турнир великолепный, интересный, второй. Что понравилось, удивило, стало больше команд. Появились новые команды, появились новые страны, появились новые профессиональные футболисты. Погода прекрасна, нам с ней тоже везет. Великолепная, дружественная атмосфера. И я знаю, что, по-моему, ни одной, не то что красной карточки, даже желтой карточки нет. То есть все люди берегут друг друга, футболисты с уважением относятся. Хотя никто не хочет никому уступать. Вы знаете, легче всего критиковать, но у меня не поворачивается язык и не приходит на ум ничего, чтобы мне хотелось бы изменить или покритиковать, или исправить. Все здорово. Я думаю, Вадим Феликсович, у него с головой все хорошо. Если он что-то будет менять, то только в лучшую сторону. Ну, может быть, география, может быть, какой-то формат. А так, все здорово. Я бы пожелал, конечно, спортивного долголетия, футбольного, чтобы мы радовали себя и наших, так сказать, коллег-футболистов, и наших друзей, болельщиков, вне зависимости от возраста. Ну, чтобы все были живы, здоровы, чтобы в доме был мир, чтобы в стране все было хорошо.